Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу мои подарки, точнее подарки, присланные мне. Около месяца назад я участвовала в конкурсе на сайте Ярмарка Мастеров. Это был конкурс мастер-классов, и я выиграла книгу и сертификат на покупку на Ярмарке Мастеров на 2000 рублей. Собственно, вот мои призы. Это вот эта вот шикарнейшая энциклопедия техник и приемов шитья. Очень классная книга. Она очень такая массивная, большая, толстая, с множеством различных красочных картин. Какие-то я страницы открываю, они очень красочные, но вообще как бы книга классная очень. Здесь разные, ну, разные, естественно, швы, приемы и даже есть выкройки в конце. То есть практически разные. Здесь даже как платье, шторы. В общем, много-много-много разных моделей, техник. Потрясающая книга. Сама книга имеет очень такой переплет интересный, такой тканевый и супер обложкой. Суперобложка закрывает только часть книги. Интересный такой прием. Здесь остается вот эта вот тканевая часть. В общем, я думаю, достаточно классный приз. И следующий приз – это то, что я сама выбрала на этом сайте. Я выбрала сразу, признаюсь, это материалы для лепки, и это будут молды. Давно я хотела их приобрести, и сейчас вскрываю посылочку. Прямо при вас. Вот, собственно, таким образом выглядят вот эти вот молды. Если честно, я уже давно собиралась купить в том магазинчике молды, но раз уж подвернулся такой случай, я сделала это в качестве приза. И сейчас я все это разворачиваю. Так добротно все запечатано. Это большой плюс мастеру, который делал. Мастер работал очень-очень быстро, очень все быстро сделал, быстро отправил. Мне понравилось сотрудничество. Думаю, если мне понадобятся молды, я буду и впредь заказывать у него. Конечно же, я покажу вам в следующих каких-то мастер-классах, как ими пользоваться, сделаю какие-то интересные работы. У меня уже множество задумок. Вот эти молды. Я, естественно, ими еще не пользовалась, потому что, вы видите, я прямо при вас их открываю, достаточно хорошо гнутся, но и плотненькие такие. У меня, те молды, которые у меня, они более жесткие. Как вы видите, я заказала много-много рамочек, потому что я не очень люблю какие-то детали именно использовать в качестве отпечатка. Но рамочки – это, можно сказать, фурнитура. Поэтому мне хочется делать на основе этих рамочек какие-то новые изделия. Есть идея с цветочками, есть идея с переводом изображения. Я знаю, многие ждут его, с декупажем. И вот как раз такие вот рамочки я буду использовать в качестве обрамления этих техник. Вот. Что меня порадовало, что когда я сделала заказ, мне... там от определенных сумм идут подарки. Вот, и мне просто подарили, по-моему, 5, я сейчас точно уже не помню, по-моему, 5 молдов у меня получилось в подарок. И я выбрала вот такие вот ключики. Мне кажется, вообще здорово можно сделать какие-то элементы с этими ключиками. Вот это сердечко. Но сейчас не видно, что конкретно, да, какой именно узор здесь. Но я думаю... Потом покажу все обязательно, как с ними работать, как что. Это вот эти вот крылья, такие большие. Я, если честно, представляла их чуть поменьше. Но то, что большие, тоже здорово. Потом разные вот такие вот уголки, вот ангелочек. Что мне еще понравилось, что этот мастер делает, например, вот если молд рамочка, то внутри, допустим, ну, остается пустое место, и тут еще рамочка, да, или вот здесь тоже остается пустое место, и, допустим, сердечко какое-то, да, то есть не одна рамочка, а две рамочки, или вот здесь вот, допустим, сердечко, да, тут место остается, какой-то цветочек тоже, какой-то элемент, это, конечно же, большой плюс. Вот, потом я взяла молд с множеством мелких цветочков,
цветы лепить. Ну, последнее время я люблю лепить цветы. Вот, здесь тоже рамочки, и вокруг рамочек тоже какие-то маленькие элементы. Тут даже что-то написано. Непонятно что. Ну, потому что наоборот. Ну, тут камея маленькая, кстати, вот. И текстурные коврики. Я взяла два. Там были еще, но вот мне вот эти два больше всего понравились. Вот этот вот совершенно потрясающий узор, потрясающий рисунок. Очень классный. Вот. И вот текст. Буквы. Тоже можно очень интересные эффекты делать. В общем, вот такой вот получился обзор посылочки, обзор моих подарков. Я буду участвовать и в других конкурсах на ярмарке мастеров, конечно же. И попробую что-нибудь там тоже выиграть, получить. По крайней мере, в конкурсе мастер-классов я участвовала два раза, и два раза я выигрывала. Первый раз тоже, по-моему, я уже не помню, на какую сумму, но тоже я там покупала пластику, потом я покупала материалы для шитья мишек Тедди. Я тогда, ну, такое у меня было как хобби, да, я шила немножечко мишек. Вот, и, в общем, материалы для такого вида творчества. Вот, и еще недавно тоже я выигрывала на ярмарке мастеров. Какой-то конкурс был, наверное, тоже мастер-класса. Вот, книжку я показываю по мыловарению, но мыловарение у меня не очень пошло. Ну, думаю, может быть, многие просят, кстати, чтобы я сварила еще мыло, но не знаю, может быть, конечно, я что-нибудь еще и сделаю. В общем, вот такое видео, вот такой вот приз, вот такая замечательная посылочка. Ссылку на мастера я обязательно вам оставлю под видео. И я буду с вами прощаться. Естественно, я расскажу про молды, как они в использовании, какое их качество. Сниму какие-то мастер-классы с их использованием. Видите, у меня их очень много теперь. Я думаю, они теперь будут мелькать время от времени в моих каких-то мастер-классах. Ссылку я, опять же, повторюсь, вам оставлю, если, потому что очень много, очень часто спрашивают, где можно подобные вещи приобрести. Вот теперь вы будете знать. Буду с вами прощаться, желаю вам творческих успехов, пишите ваши комментарии, оставляйте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи!